В Запорожье прошла 28-я всеукраинская встреча коллекционеров пивной атрибутики. Подобное мероприятие в нашем городе проводится впервые. В нем приняли участие около 120 представителей не только из Украины, но и России, Молдовы, Беларуси, стран Прибалтики. Коллекционеры пивной атрибутики собирают, в принципе, все связанное с пивом, но есть как отдельные направления. Это люди, которые собирают пивные этикетки, пивные подставки, бокалы, бутылки, открывачки, брелки. Ну и бывают, так сказать, комбинированные коллекционеры. География предметов, представленных в коллекциях, очень разнообразна и охватывает практически весь мир. Есть только две страны в мире, которые никогда не варили пиво. Это Афганистан и Оман. Все остальные страны, даже мусульманские, варят пиво. Оно может быть малой плотности, ноль, но все равно это пиво. У каждого из коллекционеров своя история увлечения столь необычным хобби, в том числе и семейные традиции. У меня особая история. Мой отец Яков Тихман в городе Кишиневе уже... В следующем году, в январе, исполнится 50 лет, как он задействован в пивоваренной промышленности. Во время встречи коллекционеры обменялись предметами пивной атрибутики, провели аукцион, а также дегустировали различные сорта пива.